А как вам прошедшее голосование? Что вы для себя вычленяете? Был ли результат, нарисованный ЦИКом Путина, для вас удивительным? Или результат Дованкова, который он получил на зарубежных участках или по экзит-полам каким-нибудь? Что вы лично в этих выборах для себя отметили? Ну, общий итог, наверное. Хочется спросить у, как это они называют, главного кандидата. Ну что, больше стало легитимности? Ну, ходи теперь на лбу с этими, 80, сколько там у тебя, 9%. Ну вот, ходи теперь с этим. Теперь как-то красуйся. Нет, конечно, затея кончилась для главного кандидата ожидаемо, то есть нехорошо. Кончилось доказательством всему миру, еще одним, того, что он лжец. Он лжец и фальсификатор. И в этом смысле, точнее, еще и в этом смысле политический преступник. Огромное количество людей в России знают про себя, что, ну, про мой-то голос я знаю, как он его добыл. Я помню, что со мной было. Я хорошо знаю, как меня туда загоняли, как из меня вымогали, как меня запугивали, как мне обещали, как меня покупали. Так что про свой голос я все знаю. Про все остальные голоса, наверное, со всеми другими было не так. Достаточно в России людей, которые умеют сами себе снова и снова изобретать вот эти вот объяснения. Опять эта проклятая неизвестность. Наверное, со всеми было по-другому. Наверное, все остальные по-честному. Но вот мой голос, конечно, они, суки, веревкой вытащили из меня. И таких людей миллионы и миллионы и миллионы в России. И это персональный результат выборов для огромного количества российских избирателей. Они это про себя знают и помнят. Это один важный вывод, который я для себя делаю. Второе – это то, что происходило с попытками организовать на почве выборов протестную активность. Я, в общем, свою позицию сформировал очень рано и как-то сам утвердился в этом. Дальше мне оставалось только повторять и повторять снова и снова одно и то же, что никаких президентских выборов в России не существует. В этот раз, во всяком случае. Потому что выборы не состоят из голосования. Выборы – это большой процесс, большой комплекс разных событий. Начиная от права каждого выдвигать свою кандидатуру, начиная от того, что этот каждый защищен, находится в безопасности, может общаться с публикой, высказывать свои мнения и так далее. Выборы движутся к какому-то финальному этапу, к последней стадии. На этой последней стадии происходит голосование, а потом еще и честный подсчет голосов. Ничего из этого, за исключением одного элемента, за исключением, собственно, процесса голосования, в России нет. Есть только вот этот самый процесс. Но это, знаете, вот можно себе представить, что когда взаимоотношения мужчины и женщины состоят только из одной эякуляции как-то, и больше ничего не происходит. Но вообще еще много есть в этом общении как-то всякого, всяких событий, действий, поступков, чувств и всего остального. А тут, значит, одно только голосование. Голосование не имеет совершенно никакого значения, потому что те цифры, которые сегодня объявлены, они вообще не имеют никакого отношения к тому, что люди делали с бюллетенями. Они их брали, носили, куда-то опускали, что-то в них рисовали, чертили, зачеркивали и так далее. В принципе, можно было этого всего даже и не открывать. При отсутствии какого бы то ни было наблюдения и при колоссальных масштабах электронного голосования можно выдумывать из головы эти результаты так, как их выдумывали, например, на референдумах на оккупированных территориях совсем недавно, где никто не знал ни списка избирателей, ни территории, на которой происходит. Ничего никто не знал, ничего никто не считал. Выдумали, просто нарисовали на чистом листе бумаги. Так же ровно можно это рисовать сейчас. Поэтому эти результаты не имеют для меня совершенно никакого значения. Что имеет значение? Протестная активность. Она возникала дважды. Один раз на этапе сбора подписей,
когда по существу прошли протестные акции в форме сбора подписей, совершенно неважно было, люди подписали в результате или не подписали, они пришли поучаствовать, вот что важно. И второе обстоятельство, то есть второй элемент этого, это то, что произошло, собственно, в день голосования, вот этот полдень против Путина, тоже абсолютно неважно, дошел ли человек в результате, вошел ли он в эту избирательную комнату или там кабинку, и взял ли он бюллетень. Я, например, этого не сделал. Я, например, участвовал в акции «Полдень против Путина», но голосовать я не пошел. Слушай, я не хочу этих манипуляций с бюллетенями. Они совершенно мне лишние. Они мне ничего не добавляют. Но я был среди тех, кто участвовал в этой протестной акции. Ну, правда, я был, разумеется, за пределами России, потому что я нахожусь уже давно за пределами России. Кто-то это сделал внутри России, кто-то в разных городах Европы, мира и так далее. Вот это важно, когда выборы становятся почвой, площадкой для общения людей, для того, чтобы на их, по их поводу, так сказать, формировались протестные акции, выясняется, что протест, возможно, совсем не только в форме там, выхода на улицу на митинг или демонстрацию, а еще и вот в таких формах тоже. И, наверное, будут еще разные другие формы. Для меня очень важно осознание того, кто это организовал. Это организовали непрофессиональные политики сегодня. Вот есть группа людей, которые говорят, мы политики. К ним относятся там Ходорковский, Каспаров, я не знаю, довольно много людей, некоторые из них даже внутри России, такие как там Галямина, или, например, называют себя по-прежнему политиками люди из так называемой партии «Яблоко». Они не сыграли в этом во всем никакой роли. Они как-то вяло трепыхались, пытались реагировать на уже случившиеся события, на уже высказанные инициативы. Кто-то пытался им противостоять, кто-то пытался к ним прицепиться, кто-то пытался на них сесть верхом. Но, в общем, совершенно очевидно, что они не были ни в каком смысле, не были ни инициаторами этого, ни организаторами этого, ни идеологами, ни кем. Вообще никакой существенной роли в этом они не сыграли. Кто сыграл? Медиа. Сыграли те, кто общаются с большими аудиториями, кто разговаривают с большими группами людей. Это вы, Саша, это там Максим Кац, это журналисты «Дождя», «Медузы», «Медиазоны», «Холода», «Продолжение следует» и так далее, и так далее. Вот эти люди, так или иначе, участвуя в этих дебатах, обсуждая их, эти инициативы, смогли организовать и одну протестную акцию большую, и другую протестную акцию большую. Единственный из политиков, кто присутствовал и активно участвовал в этой истории, был Навальный и его соратники из фонда борьбы с коррупцией. Это на сегодня мы можем констатировать, это единственная политическая сила, которая способна генерировать идеи, способна общаться с людьми, способна убеждать большие массы людей. Вот выяснилось на практике, просто на пальцах, вот на истории с этой электоральной процедурой 2024 года, это мы наблюдали своими глазами, как это проделывал Навальный из тюрьмы, пока был жив, и его коллеги из фонда борьбы с коррупцией, и многочисленные медиа, актеры, люди, которые работают сегодня на переднем крае общения с людьми. Вот кто сыграл свою роль. Для меня это важный вывод. И я думаю, что и сами люди, которые принимали в этом участие, они тоже это запомнят. Они поймут, что в их руках есть серьезный потенциал. Они поверят еще раз в свои силы. Они извлекут из этого какой-то практический урок, который они потом будут применять снова и снова. В этом смысле история с этой электоральной процедурой и протестными акциями на ее почве оказалась очень полезной и очень, так сказать, плодотворно. Вот что я бы сказал. Так что у меня даже, как видите, какие-то оптимистичные выводы в результате образовались. Да, Сергей, я уверен, что мы еще много раз будем к этому возвращаться и об этом говорить, но хотелось бы сиюминутного, извините, комментария, не о вечном, так сказать. Вчера было выступление Путина после, значит, его триумфальной победы. И там было несколько вещей, на которые, конечно, многие обратили внимание, в том числе он впервые назвал там Навального по имени
или значит, и про полдень против Путина тоже сказал пару слов буквально. Что, как вам это выступление? Ну, лжец и убийца. Ну, как? Вот ему захотелось перевернуть эту страницу. Вот, собственно, в чем этот смысл. В чем смысл того, что он заговорил об этом. Хотя там был задан вопрос, но от вопроса можно было уйти, как всегда. Можно было не называть имени. Можно было отделаться там пожатием плечами или еще чем-нибудь. Типа, я не знаю, обращайтесь в суд, как Путин регулярно это проделывал до сих пор. Но нет. Как мы видим, он захотел поговорить про это. Потому что ему показалось, что можно вот сейчас закрыть тему. Нет, он не закрыл тему. Он по существу подтвердил то, что мы знаем и так, что убийца он, и что он обманул в том числе и тех, кто ему предлагал этот обмен, и тех, с кем он вел переговоры об этом обмене, ну, через посредников, разумеется, не напрямую. Все, в общем, в этом ответе содержалось. Никакого там, я не знаю, оправдания или там опровержения чего-нибудь, что вот нет, смотрите, Путин сказал, значит, все не так, как мы считали. Нет, все ровно так, как мы считали, абсолютно. Сначала была эта договоренность, потом он проникся как-то пониманием того, что ну раз договоренность есть, значит, она уже никуда и не денется. Значит, он своего этого Красикова, который важен ему, мы знаем почему, потому что ему надо подать сигнал другим убийцам, рассеянным по всему миру, он своего этого Красикова получит в любом случае. Значит, от Навального можно избавиться, можно решить вопрос Навального радикально. Он его и решил радикально. Вот в этом ответе все это, собственно, содержалось. Вот. Путину важно от этого отвязаться. Путину важно перевернуть эту страницу, как я уже сказал. Она не переворачивается. И она не перевернется еще достаточно долго. Он будет за собой это тащить, думаю, до конца своих дней, как одно из самых страшных своих преступлений, как убийство Бориса Немцова, как другие политические убийства. И это политическое убийство тоже останется за ним. Он еще много раз будет к этому возвращаться. Наверное, будет стараться фамилию больше не произносить. Хотя вот видите, один раз все-таки произнес, опять ритуально. Очень много в нем этих обрядов, всяких обрядов, суеверий. Вот теперь, когда убил, можно произнести фамилию. Будет произносить еще, во всяком случае, мысленно, а может быть и вслух. И история эта будет, опять же, с ним оставаться и продолжаться. И этот, так сказать, платок Фриды будут ему показывать снова и снова. Еще один вопрос. Владимиру Путину был задан про акцию «Полдень против Путина». Он, в общем, как-то отнекивался, говорил, что ну вот это похвально. Похвалил. Да, он говорит, похвально, что оппозиционеры призывали прийти. И действительно, люди пришли, но вот особого эффекта у этой акции не было. Ну, а вот те, кто портили бюллетени, они решили нагадить людям, которые пришли выполнить свой гражданский долг, и это не демократично. Что вы думаете об этом высказывании? Ну, надо им как-нибудь теперь... ну, вот, что называется, с кривой рожей как-то на эти состоявшиеся протестные акции как-то отреагировать. И мы это видим, что разнообразные пропагандисты это делают по службе, по необходимости. Вот мы могли наблюдать вчера вечером целую волну таких постов. Они легитимизировали. Ой, сегодня у нас полчата это. Легитимизировали. Конечно, да. Да не вы легитимизировали. Я вот уже не выговорил. Несколько так называемых этих политологов, довольно глупых, тоже с этим же выступили. Ну, тех, которые как-то пытались доказать бессмысленность и безнадежность этих затей. Те, кто оказались в хвосте этого поезда, и кто, собственно, в процессе организации этих протестных акций продемонстрировал свое бессилие и просто дефицит влияния. Им казалось, что они там водят какими-то большими массами, а выяснилось, что никем совершенно не водят, и их мнение как-то никого абсолютно не впечатляет, а слушают совсем других людей. Вот они, значит, тоже теперь легитимизируют. Ничего, разумеется, это не легитимизирует. Понятно, что невозможно легитимизировать выборы, если их не было.
А что касается голосования, то вот в форме участия в этом голосовании или приближения к этому голосованию произошло некоторое протестное действие. Вот, собственно, и все. Но им надо что-то выдумывать на эту тему, какую-то позицию. Вот Путину тоже нарисовали на бумажке. Ну вот скажи вот так. Вот, значит, похвали за это, чтобы испортить настроение. Вот все, что удалось, вот все, чем удалось, так сказать, что удалось противопоставить этому состоявшемуся факту. Но они-то прекрасно понимают, что это. Они же сами это отлично видят. Зачем пришли эти люди? Вот я вчера наблюдал, например, в Берлине эту громадную очередь. Ну, нет никаких шансов сделать вид, что это люди, которые пришли для того, чтобы проголосовать за Путина. Так, Мария Захарова сказала, ровно так сказала. Ну, сказала, ну, должность у нее такая собачья. Ну, да, ей приходится вот это говорить. Ну, и кто теперь, есть ли хоть один человек на свете, для которого эта фраза казалась убедительной? Кто не пожал плечами и не ухмыльнулся? Ну, она будет говорить такие фразы еще вот эти безнадежные. Ну, вот такая ужасная у нее работа. По-разному люди зарабатывают себе на хлеб. Кто-то работает на бойне. Кто-то работает ассенизатором, там, выгребает сточные воды, там, кто-то еще в каких-то неопрятными какими-то профессиями. Но вот у нее вот такая работа. Она работает вот ртом, движет. Ну вот, собственно, так что, ну, это доказано по обязанности. Потому что они не могут сделать вид, что ничего не случилось. Они могут просто сделать вид, что совсем никак не произошло никакого движения воздуха. Оно произошло, и там мировые медиа это показывают, и внутри, собственно, все-таки до тех пор, пока существует YouTube, пока существуют разные социальные сети и средства коммуникации, люди это видят своими собственными глазами. Объяснить им, что этого не существует, невозможно. Поэтому можно только делать вид, что нет, это на самом деле в нашу пользу. Вот это единственный способ как-то смягчить это впечатление. Но оно уже произошло, это уже случилось. И люди же, те, кто вообще как-то разумно смотрит на мир, они видят это, и они способны это понять. И опять же, каждый понимает это про себя. Каждый, кто участвовал в этом, знает, в чем он участвовал. Каждый, чей голос вытащили из него клещами, знает, что вытащили клещами. По-прежнему никакая Захарова не убедит его, что этого не было.